Всем привет! Сегодня готовим совершенно потрясающий лимонный заварной крем или лимонный курд буквально за 5 минут. Это настоящее лимонное наслаждение. С этим кремом можно приготовить самые разные десерты или просто намазать его на кусочек белого хлеба, заварить чашечку чая и насладиться этим потрясающим нежным лимонным вкусом. Приготовим лимонный крем, или его еще называют лимонный курд. Для его приготовления мне понадобится, конечно, лимонный сок. Здесь у меня 100 мл лимонного сока, 150 граммов сахара. Кстати, сахар корректируйте по вкусу. Если вы хотите более такой сладкий крем, можно добавить чуть больше сахара. 2 крупных яйца. Если яйца у вас небольшого размера, берите 3 штуки. 100 граммов мягкого сливочного масла. Цедра одного лимона, примерно 5-6 граммов крахмала кукурузного, это такая 1 чайная ложка с горкой, и щепотка соли. Я хотела вам показать, конечно, это удивительно, у нас во Вьетнаме желтые лимоны продаются очень редко, поэтому, когда я увидела эти лимоны, я сразу решила, что буду делать лимонные пирожные. В сотейник я разбиваю яйца. Фактически, лимонный крем — это тот же заварной крем, только мы его готовим не на молоке, а с лимонным соком. К яйцам добавляю сахар. У меня, кстати, на канале есть такой же крем, только апельсиновый. Называется апельсиновый курд. Если вы хотите, обязательно заходите и посмотрите. Я оставлю ссылку под видео в описании. Сейчас хорошо перемешиваю сахар с яйцами. Добавляю соль. Добавляю кукурузный крахмал и также хорошо перемешиваю. Хорошо все перемешали, теперь добавляю сюда лимонный сок и цедру лимона. Когда снимаете цедру с лимона, снимайте только верхнюю желтую часть, так как белая горчит. Перемешиваю. Я поставила сотейник на плиту. И сейчас, все время помешивая, варим крем до того момента, как он загустеет и закипит. И после закипания варим еще примерно минуту. Самое главное, все время помешивайте, чтобы крем не подгорел. Посмотрите, крем у меня начинает закипать. Насколько он уже загустел, вы видите? Крем уже кипит. Огонь делаем чуть тише и варим крем еще примерно минуту. Пахнет, конечно, просто великолепно лимоном. Вообще так вкусно, слюнки текут от лимона, конечно. Очень здорово. Крем хорошо заварился, и я его снимаю с плиты. Посмотрите, какой классный шелковистый крем получился по своей структуре. Сейчас, на этом этапе, если вдруг вы заметили, что у вас в креме есть комочки, или у вас достаточно такая крупная цедра, или вы не любите, чтобы кусочки цедры попадались в креме, можно крем процедить. Я этого делать не буду, мне нравится цедра, поэтому я не процеживаю крем. Сейчас сюда, прямо в горячий крем, я добавляю мягкое сливочное масло. И перемешиваю. И мой крем полностью готов. Сейчас ему надо дать время остыть. Посмотрите, какой он красивый получился, такого яркого, насыщенного, желтенького цвета. Сейчас крем я закрываю пищевой пленкой. Причем пленку я опускаю прямо в контакт, чтобы на креме не образовывалась корочка. И оставляю его до полного остывания. Когда крем остыл до комнатной температуры, он полностью готов. Его можно переложить в герметичные контейнеры и хранить в холодильнике около 5 дней. Но я вас уверяю, такой крем долго не хранится, потому что он очень вкусный. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!